Спасибо большое, что и пострадали. Это хорошо, что отделались так, потому что, ребята, вот если вы не читали, очень есть такой серьезный роман «Станицы 20 века». Так там целый остров ушел под воду, который вот там уже взяли Иисус Христа там, или кого-то, по-моему, они Богоматери, они взяли, подорвали статую. Ну и в результате всех лавы накрыло, остров вообще скрылся вместе со всеми городами, которые там были. Поэтому радуйтесь, что Минкульт всего-навсего вас там запретил, да и фигня это, понимаете, можно отделаться, если вот такую вот пропагандировать, такие вещи допускать, то попускать точнее, то потом это может просто какой-то катаклизм или катастрофой обратиться для всего города. Поэтому нельзя шутить с такими вещами. Вот, не трогайте, как говорится. И полно цветочки собирайте, есть полно чем заниматься на этой планете, честное слово. Созидать и строить.